Сегодня у нас 27 августа 2021 год. Это день у нас сейчас уже где-то примерно около 12. Вот этот дом вот белый дом. Каждый занят своими работами. Я с утра уже там возле школы дрова поколол, батюшку попросил, отец Аким. Баню сейчас затопил, потому что сегодня у нас вечернее богослужение. Завтра будет Успение Богородицы, конец поста двухнедельного строгого. Слава Богу, выдержали с Божьей помощью. Вот. Тут уже у нас посажена грядка. Это матушка садила тут с Мариной. Приезжала с Нарьянмар. Вот. Семейка. То есть на следующий год, чтобы сразу зелень зашла. Сейчас посмотрим, чем тут Игнат Тихонович занимается. Тоже какая-то у него работа своя. Чем вы тут заняты, Игнат Тихонович? О, занят. А вот смотри, это у нас клен кривой. Я поэтому наращиваю. Пусть кто-нибудь догадается, что я хотел делать. А высота какая? Вот. Вот до сих пор я держу, вот голова вот где. 1,72 м. Теперь переворачиваю. Еще больше, 1,72 м. Это уже получается 3,40, 3,5 м. Один конец заостренный, вот как. А чтобы более прямая была, она кривая. Кривые части я отрезал, а потом тут подогнал. И вот на 3 гвоздя везде загоняю. И при том это надо так сделать, чтобы вот по этому месту, видишь, какое ровное, можно было загонять его куда-то. Вот пусть кто-нибудь догадается, куда мы это. Вон у меня еще сколько их стоит. 3×3 это 6. Зайди сюда, покажу еще. Во! А то у меня еще тут получается. 4. 6×4 = 10. Вот она какая длина. Ну так все покажи. Вот пусть загадается. Я сегодня откуда приехал, я загадку там загадал. Кто догадается? Так и назову две загадки. Ну вот видишь как. Это у меня что получается? 6. Надо, чтобы снегом не раздавило, как-то вертикально поставите. Это я просил тебя, ты сразу откликнулся, мы пошли. Ну что, до сих пор еще прямая, а дальше вот такая вот идет. А теперь она более-менее, ее можно будет куда-то забивать. Видишь, как они все и там так заостренные, пока время есть, подсыхает. Сегодня я тебе говорил об одном деле. Надо где-то спилить, пойти вместе, найти прямой длинный клен. Где-то метра хотя бы на 3,5. Прямой. И тогда мы из него сделаем что-то. Потом покажем. Сделаем, потом поперечину вот такую поставим. И вверху, как дощечку. Высота. Внизу, ну, тогда, когда в землю закапывать, протравим, чтобы дольше было. А вверх, с одной стороны, с обратной стороны вот так срубим, чтобы вода скатывалась, и замажем вверху. Тоже пусть загадывается, что мы делали. Это все было вызвано моим посещением вчера Серафимы Гавриловны. У ней были в доме, и мне не больше всего что-то понравилось. Я с утра сегодня пошел себе заказал такой же. Спросил Андрея, он как плотник, столяр, все знает. Можно сделать? Можно. Ну, разузнал, какая цена. Для меня, говорю, не струганные доски, пускай разницы нет. Вот пусть догадывается теперь, такую загадку загадал. Еще время-то не время обеда. Нет еще. А? Нет еще. Нет еще. Ну я пойду пока.
Я как с утра зарядил с этими вожусь, и сейчас откуда приехал оттуда, там дорога, упали большие березы, вот такие вот примерно по объему, во. И палил, одна береза, вторая, и прямо эти ветки-то были зеленые, засохли. И падает иногда ветер, когда была буря, и там все, я топором рубил, засадил, думал, никогда он не сойдет, не тут-то было, слетел. Как зацепить его, даже не знаю. Неужели я его не тем концом насаживаю? Вот какое дело-то. Ну и все, рубил там на пути, которые вот такие березы примерно были, сучки, прям на дорогу. И которые раздавлены, кто-то ехал, я до сучка все очистил. Поставил велосипед, вот как пришел, так все работал. Вчера смотрел, в Москве спрашивают там насчет этой заразы-то как. Будете делать себе там, что требуется-то? А мужик говорит, а зачем? Надо не лежать, а работать. Я переболел, говорит, 3 дня на ходу. Я сам, организм подсказывает, что выпить, что съесть. Какие умные люди. И так по Москве всех спрашивали. Кто-то за, кто-то против. Как национальная идея какая. Я посмотрел все это. Есть пример, бля, только брать. Вот мужик и одна женщина там прям по частям разложила, чего к чему, от кого, откуда происходит, и умная какая. А остальные не понимают. У Игоря Барабаша отец 2 раза сделал, что требуется, и умер. Умер. А уже он думал, обезопасил себя, там это, ничего подобного. Сегодня я узнал только, умер Александр Александрович. Ну все, пошел я тогда. С Богом.